Приветствую всех любителей нашего спорта, и теперь мы смотрим WIL. Влепи своего жирного толстого лайка. Так, смотрим Билл Силкс и Пол Талбот. За кого болеешь, Саня? Выбирай. Да, конечно, за старичка. Что уж тут. Думаешь, старик победит, да? Да, конечно, более опытен. Окей, я выбираю молодого. Так, вот, проиграл, короче, Пол Талбот затянул. Давай, смотрим. Ну, связки, кисть провалена. Видно, что верхом собирается старичок бороться. Ну, этот молодой тоже будет бороться верхом. Короче, два верха. Легко пробивает да как? Вверх. Даже не закрутил. Да я в свои 15 и то лучше закручиваюсь. Вот так, смотри. Как-то он неискренне, смотри, победил и как-то думает, кого мне поставили? Нахрена вы мне поставили его? Ему даже не интересно бороться. Да, годика два назад подошел бы он. Слушай, вот каких-то... Кто вот это такие? Кто это? Первый раз вижу их. Ну, типа, старичка еще немножко я знаю. Вот. Ну да. Ну, такие имена, они... Ну, как некрасивая борьба. Хочется красивой борьбы. И эмоций. Вот как Джефф Хейл. Так, ладно, смотрим. Так. Локоть слетел. Ну что, все забрал под себя. И этот, видишь, сразу не дотягивает его. Просто не дотягивает. Чисто на публику играет. Он просто, он понимает, что его затянет. И что если он быстро поборет, это не будет красоты. Поэтому он даже не сразу его завалил. Сразу это ж видно, правильно? Дешевые понты просто. Короче, 3-0. Ничего интересного. Лайк не соберет, наверное. Пацаны, поставьте просто лайк. Короче, не знаю для чего, но просто надо поставить лайк. Да, эта борьба была не очень интересная, но мы не заканчиваем. Давайте переходим на следующее видео. Еще у нас много других видео, которые можно посмотреть. Саня? Ну да, конечно, ты мне не дал выговориться, но в скором времени я вернусь. И все будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь с друзьями. Всем удачи!